Рита Дакота. У нее просто богическая фигура. Жаль, не совсем своя. В 2019 году Рита Дакота приняла решение о липосакции. После родов она чувствовала сильную неприязнь к своему телу. Проблемы с гормонами и трудности с похудением стали причиной для радикальных изменений. Впрочем, Рита не видит в таком подходе проблемы, но сделала и сделала. Красиво же. Гаар Аветисян. Известная визажистка Гаар Аветисян долгое время боролась с излишним весом и преуспела. Основную массу она сбросила своим трудом. Но такие соблазнительные изгибы, которые мы можем наблюдать сейчас, были получены хирургическим путем. Липосакция стала завершающим штрихом в ее преображении. Мария Погребняк. Мария Погребняк открыто признается, что после трех родов она сохранила свою красоту и стройность частично благодаря пластической хирургии. Но вот насколько частично, это, конечно, большой вопрос. По словам Тимура Хайдарова, известного пластического хирурга, Мария делала операцию по увеличению груди и исправлению носа и, вероятно, выполнила имплантацию подбородка. Дженнифер Лопес. Эта львица-тигрица вообще не выглядит на свой возраст и даст фору 20-летним, но королева. Одним словом, Дженнифер Лопес утверждает, что никогда не обращалась за помощью хирургов, но эксперты считают иначе. Например, у певицы и актрисы видны изменения формы носа, а также признаки коррекции груди и ягодиц. Анна Хилькевич. В 2019 году актриса из сериала «Универ» открыто призналась в том, что сделала пластическую операцию по увеличению груди. Это произошло после развода с супругом. Остальные вмешательства во внешность Анна отрицает, но, вероятно, что-то все-таки было. Подозревают ринопластику, нос, контурную пластику губ и блефаропластику, веки. Меган Фокс. Меган Фокс и до всей этой пластики была привлекательной, но ее образ не вызывал такого вау-эффекта. Операции по изменению внешности принесли ей пока только положительные результаты. Главное, чтобы она и дальше не перегибала, и хирурги попадались только умелые. Лариса Долина. Певица откровенно говорила о том, как липосакция помогла ей избавиться от лишних килограммов. Но было непросто. Восстановительный период был довольно мучительным. Тем не менее, певица с радостью делилась результатами, стройнее на глазах у поклонников. Кейль Дженнер. Кейли настойчиво отрицает факт проведения пластических операций на своем лице. Тем не менее, внимательные поклонники замечают не только увеличение объема губ, но и изменения в контуре лица. Есть также подозрение, что скульптурная попа Кейли – результат бразильской подтяжки ягодиц.